Буэнос диэс, мискеридос амигос, ядерный рассвет на заре души экрана, это значит мы сегодня идем в клуб Бешник. Клуб Рай, мазафакас. Так. Ну чё, поехали. О, сколько сисек. Череп как будто сверло буравит. Стука пившек. Точно здесь. Адрес был в рапорте. Ясно. Ну ладно. Тогда пойдем. Господи. Я думал, он сейчас прорыгается. Самые горячие кибердевочки. Тебе поэтому сюда так приспичило? Вот ведь. Приветствую в клубе Рай. Сиськи, сиськи, сиськи. Сиськи, сиськи, сиськи. Что там делаешь? Иду, лейтенант. У меня же не отберут лицензию, а? Я ведь не виноват. Пока идет расследование, я ничего не могу сказать вам, сэр. О, Хэнк! Ну, Бен, что у нас тут? Вон тот номер. О, да, кстати, Гэвин тоже там. Прекрасно. Труп и говнюк. Дивный вечер. Лейтенант Андерсон и его заводная кукла. Ну и че вы приперлись? Мы занимаемся всеми делами по андроидам. Да ну. Зря тратите время. Тут так, придурок, который себя переоценил. Но мы все равно посмотрим, если ты не против. Куда бы ты делся, падла? Ладно, пошли. А то тут уже перегаром пахнет. До свидания. Конор, мерзость какая. Мне бы тут не сблевать. Сдох недавно. Задушен. Это был не сердечный приступ. Его задушили. Да, я видел синяки на шее. Мало ли, может он, ну, пожестче любил. Для доступа к памяти ее необходимо реактивировать. Ну, ты сможешь? Она сильно повреждена. Если и смогу, то на минуту, а то и меньше. Успеть бы за это время хоть что-то узнать.
Так. Так, нас... Я задам тебе несколько вопросов. Ты можешь говорить? Этот... Он мертвый? Ты его убила? Нет. Нет, это не... Как все случилось? Он начал бить меня. Снова и снова. Тогда кто, если не ты? Я не знаю, я отключилась, я ничего не видела. Вы были одни в комнате? Больше с вами никого не было? Он хотел играть с двумя девочками. Так он сказал, у нас было двое. Это была машина какой модели? Такая же, как ты? Блять. Была еще одна машина. Больше часа прошло, она уже давно скрылась. Нет. В таком виде сложно уйти незамеченной. Она может быть еще здесь. А девиантов среди местных андроидов ты вычислишь? Девиантов сложно вычислить. А, черт. Должен же быть способ. Может, свидетель, кто видел, как она выходила? Я пойду расспрошу менеджера, узнаю, что он видел. Будут какие идеи, сообщай. Вы знали жертву? Нет, ну он заходил, может, пару-тройку раз. Такие клиенты болтать особо не любят. Приходят, дела свои делают и дальше идут. Уже бывали тут проблемы с андроидами? Нет, нет. Ну, разок. Девочка пропала месяца три назад. Извините, лейтенант. Вы не подойдете? Нашел чего? Возможно. Арендуйте эту Трейси. Да ты охренел, что ли, Коннор? Нашел время? Я прошу вас. Это важно. Сеанс в 30 минут стоит $29.99. Подтвердите покупку. И как я потом буду объяснять расходы? Покупка совершена. Клуб Рай желает вам приятного отдыха. Да, пожалуйста. А вы красавец. Идемте. Я вас отведу. Ну, а что теперь? Она ее видела. Это в смысле? Что видела? Там была модель Трейси. С синими волосами. Клуб стирает андроидам память каждые 2 часа. У нас несколько минут на поиск св... Так, сразу же пауза. Угу. Свидетелей. Так, ага. Давайте вот эту. Надеюсь. Угу. Так. Я снова потерял след. Сколько денег уже бухло? Никакого удовольствия. Так, да мне кажется, дошло. Вон та баба должна подойти.
Угу. Так, давайте думаем дальше. А вот теперь... Видела эту Трейси, и куда она пошла? Ну что застыл? А вот теперь, походу, время для этой бабищи. Откуда тебе знать, кто из них видел именно эту Трейси? Опа. Видел чего? Чего? Трейси с синими волосами тут не было. Гиюга! Ничего полезного. Где-то я ошибся. Это уже самое дорогостоящее расследование в моей карьере. Нет. Я снова потерял след. Сколько денег уже вбухало? Никак... О! Жопа карамельная. Так, а ну-ка, посикарашили. Ой-ой-ой, мимо пошел. Блять, не тот. Нет, я снова потерялся. Лет. Сколько денег уже вбухало, никакого удовольствия. Так, а вот ты, может, что видел? Я знаю, где она. За мной. Охренеть, чтоб меня. Стой. Тут я уже сам. Чёрт! Опоздали!
Ого, еще одна R9. Вот с ними как. Используют до упора, как сломаются, выкидывают. Хренайся. Люди с ума посходили. Никаких отношений им уже не надо. Все заводят андроидов. Готовят, что хочешь, всегда хотят, когда хочешь. И никогда не выносят тебе мозг. В таком темпе мы вымрем к херам, потому что... WR-400. Долбануться. Блять, опять кнопочки. Да что ж за... Как обезьяны воюем, а? Ой, бедолага. Стоять, детки. Блять, не туда. Этот человек сломал ту Трейси. Я поняла, мой черед. Мне было так страшно. Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло и так держала, пока он не застыл. Я не хотела убивать его. Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Чтобы она снова прижала меня к груди. Чтобы я могла позабыть о людях. О том, как они пахнут и что говорят. Идем. Пора. Может, так даже лучше. Ни хрена себе. Вот она, человеческая жестокость.
Вот это да. Да уж. Тяжелый достаточно замес, ну да ладно. На этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как всегда, Лукас, Пиписька, Колокольцев. И до свидания в следующей серии. Адьёс, братва.